Доброе утро, Ульяна. Привет тебе, весь 73-й регион. Новую рабочую неделю начинаем вместе на телеканалах «Репортер 73» и ОТР. На календаре 12 августа. И я прямо сейчас предлагаю вспомнить несколько знаковых исторических событий сегодняшнего дня. 12 августа 1323 года. После 30 лет войны Новгорода и Швеции между ними заключен Ореховский мир. В 1479 в Москве освящен Успенский собор, возведенный по образцу Успенского собора XII века во Владимире. Год 1824. Поэт Александр Пушкин выслан из Одессы. В пору Михайловского затвора он создал лучшие свои произведения. В 1826 году Николай I вызвал его в Москву и снял с него опалу. 12 августа 1851 года американец Айзек Зингер получил патент на первую швейную машинку. В 1953 году на Семипалатинском полигоне прошли первые в мире испытания водородной бомбы. Год 2013. Единый номер вызова экстренных служб 112 начал работать на всей территории России. В нашей программе вне зависимости от дня недели появляются яркие, живые, цветочные композиции от партнера программы студии флористики «Нимфа-73». Для вас сегодня работает Екатерина Терещенко и Владимир Гаврилов. Поехали. «Утро с репортером». Двухчасовой марафон событий, полезной информации и ярких впечатлений. Плюс интересные гости в студии. Показываем, чем живет Ульяновский регион. И начинаем день вместе, позитивно и бодро. Ежедневно на телеканалах «Репортер 73» и ОТР. И еще, у вас уже не болит голова. Утро. Время завтрака. И вот она, как говорится, новость к столу от ученых. Они выяснили, какой продукт на столе сделает сосуды крепкими после 40 лет. Ну, часто можно слышать рекомендации врачей ограничить красное мясо в рационе в пользу рыбы. Особенно людям в возрасте как раз после тех самых 40 лет. Морепродукты благодаря омеге-3 в составе помогают защитить мозг от возрастных изменений, укрепляют сосуды, снимают тревожность. Последние эксперименты исследователей показали, что при отсутствии противопоказаний жирная морская рыба в рационе поможет получить необходимые полезные кислоты. Проанализировали исследователи и влияние на организм рыбьего жира. У добровольцев, которые согласились принять участие в эксперименте, была предрасположенность к болезни Альцгеймера. После приема рыбьего жира у носителей опасного гена резко снизилось нарушение целостности клеток головного мозга. Тогда как у группы плацебо такого эффекта не наблюдалось. Это не означает, что все пожилые люди должны принимать рыбий жир, подчеркнула врач, отметив, что его избыток также может принести вред. По словам эндокринологов, заменой рыбьему жиру действительно может быть просто рыба, которую надо включить в рацион. Кроме того, стоит обсудить со своим лечащим врачом профилактические дозы омега-3 кислот. Ну и продолжим говорить о здоровом образе жизни далее в рубрике «ЗОЖ». Друзья, доброе утро. Меня зовут Ялов Артур. Я тренер для взрослых и детей. И сегодня я проведу вам зарядку. Я буду использовать вот этот вот ролл. Вместо него можно использовать подушку, либо же свернутое полотенце. Ставлю его таким вот образом. Если вы много сидите в течение рабочего дня и испытываете боль в грудном отделе, это упражнение может вам отлично помочь. Еще пару раз. Еще.
хорошо. Ролл нам больше не понадобится. Следующее упражнение. Сяду в конец. Выпрямляем ноги. И по очереди, переставляя наши ноги, мы идем на наших ягодицах. Сначала вперед. А потом назад. Стараемся руки не использовать, а ноги держать прямые. И можно повторить еще разок. Вперед. И назад. Отлично. Стараемся ноги держать прямыми. Помогаем себе корпусом. Отлично. Хорошо. Так. Снова садимся. И мотаем нашими стопами. Сначала от себя, а потом на себя. Насколько это получается? Вытянули, потянули на себя. Вытянули вперед, потянули на себя. Отлично. И теперь сжимаем пальчики. Согнули, разогнули. Отлично. Ну что, друзья, вот мы и завершили нашу зарядку. Желаю вам хорошего дня. Об этом, конечно, говорить может быть еще рано, но уже стали известны даты школьных каникул в следующем учебном году. Почему рано? Родители, например, школьников уже могут запланировать отпуск согласно графику школьных каникул. Это ты скоро поймешь сам. Соответствующая информация опубликована на ресурсах регионального министерства просвещения и воспитания. Ведомство рекомендовало организовать школьные каникулы в 2024-2025 учебных году в следующие даты. Итак, осенние с 7 по 13 октября, затем с 18 по 24 ноября. А зимние с 30 декабря и до 8 января. Второй раз школьники отдохнут зимой с 17 по 23 февраля. Весенние каникулы запланированы на неделю с 7 по 13 апреля. Ну, стоит отметить, что каждая школа может самостоятельно устанавливать сроки каникул. Узнать точные даты можно на официальном сайте вашей образовательной организации. Самое время передать слово нашему специалисту и продолжить разговор на школьную тему с психологом. Доброе утро! Я педагог-психолог Николаева Ирина. Сейчас давайте поговорим с вами про подготовку дошкольника к школе. Очень важно для дошкольника – это мотивация учиться. Насколько ему хочется в этот процесс. Возможно, ему и хочется, но очень часто садик, старшие дети, иногда родители дарят ребенку страх школы, неприязнь, передают свою усталость от уроков, передают свой страх, что мне там было больно, тяжело, это были худшие мои годы. И тогда, конечно, ребенок не знает, что такое школа. Но знает, что это что-то плохое, потому что окружающие ему об этом сообщают. Вот сначала смотрите на ребенка, есть у него этот страх или нет. Да? Может быть, кто-то ему уже об этом сказал. Иногда не очень корректно себя ведут воспитатели и ставят какие-то двойки в течение детского сада, говорят, что ты будешь в школе двоечником, будешь там учиться, хотя, возможно, он будет учиться-то хорошо, но отлично или с интересом, что еще важнее. Вот здесь поговорите, насколько ребенок хочет в школу, если нет, то по какой причине, и обсудите именно эту причину. Для успешного обучения в школе очень важна эмоциональная сфера ребенка, насколько он может справиться с волной своих эмоций, потому что ситуаций сложных будет очень много. Ребенок может очень хотеть учиться, у него может получаться легко, да, он будет и писать, и читать. Но 30 человек в классе, а учитель тебя спросил только один раз, а может быть, еще не на каждом уроке. А ребеночек хочет ответить 25 раз за урок, он же все знает, он же хочет, чтобы его похвалили. И вот здесь нужно ребенку уметь справляться со своими эмоциями, потому что желание учиться, если его не спрашивают, да, оно будет падать. Нам нужно заранее его научить
проигрывать. Например, проигрывать в настольные игры. Умеет ваш ребенок проиграть? Или он плачет? Или он должен только выиграть? Да, потом очень важно хвалить, адекватно хвалить, не хвалить ребенка за все. Это нормально, когда маленький человек что-то делает для того, чтобы получить результаты, не для того, чтобы услышать, какой он молодец. Хвалить в школе за все не будут. Ребенку очень сложно делать что-то, если он не услышал обратную реакцию. Ее не будет. Третий аспект, который очень важен, это физическое развитие ребенка. Насколько физически ваш ребенок здоров и силен, насколько он владеет своей координацией, он может прыгать, он может приземляться, он готов 5 уроков просидеть за партой, насколько у него выработалась усидчивость. Да, усидчивость у нас с вами вырабатывается, когда ребенок отскакал. Только от большого физического такого развития, да, то, когда он может все делать, ребеночек сможет сесть. Сначала он должен отскакать. У вас есть 4 летних месяца, время, когда вы будете развивать ребенка физически. Это намного важнее, чем научить его читать. Поэтому посмотрите здоровье ребенка, да, что у него с осанкой. Не закидывается ли у него голова, как он будет сидеть, когда он будет за партой писать или читать, какое у него зрение, насколько он будет видеть то, что в учебнике или на доске. Посмотрите на ребенка с физической точки зрения. Очень важно накачать верхний плечевой пояс, потому что если руки слабые, если шея вот это все слабое, как он будет сидеть писать? Он не будет у нас писать красивые буквы просто от того, что у него вот здесь устало. Да, он не будет писать 3 строчки, потому что у него уже вот здесь вот все устало, он у нас поплыл по парте. Для того, чтобы он писал красиво и много, у него должно быть хорошее физическое развитие. Нормально, когда ребенок дошкольник умеет прыгать через скакалку 100 подряд, да, и хорошо, если это не просто на двух ножках, а как-то еще вот поучиться другими способами, козликом с перекрестом. Отлично, когда ребенок может набивать с одного места мячик и правой, и левой рукой, да, не бегая за ним по полю, а именно в одну точку. Это самое простое, но это те движения, которые очень нужны для письменности. Мало научить правильно захватывать ручку. Очень важно развивать крупную моторику. У нас очень популярно развивать мелкую моторику. И к 7 годам огромное количество детей приходят очень слабые, с ужасной координацией всего тела. Очень важно сохранить 3 аспекта. Физическое развитие, мотивацию учиться и эмоционально-волевую сферу накачать ребенку. Много есть других аспектов. Конечно, у ребенка должна быть и память, и внимание, и восприятие. Он должен быть готов к освоению математики, он должен быть готов к чтению. Многие дети уже читают. Очень важно развитие речи, умение пересказать, выделить основную мысль, набор словарных слов, да, чтобы ребенок знал, чтобы у него было много слов в словаре в его общении, чтобы он мог описать игрушку или какое-то событие. Это все очень важно. Но этому можно уделить внимание уже в сентябре, в октябре, в ноябре, потому что программа у деток очень щадящая. Обычно они делают, учат то, что ребеночек уже знает. Если он ходил в садик, он уже готов к прописи, он уже готов каждый день изучать по одной буковке, он готов учиться читать с нуля, пусть он не умеет вас читать. В сентябре это все будет легко. И если вот эти 3 важных пункта физическое развитие, эмоционально-волевая сфера, мотивация у вас будут на высоком уровне, то интеллектуально слабый ребенок, да, он все равно будет учиться успешно и с интересом. Это очень важно. С вами была психолог Николаева Ирина. До новых встреч! Шестьсот ульяновских школьников побывали в стране героев. В Ульяновской области завершилась смена военно-исторического лагеря. Страна героев – это сеть военно-исторических лагерей, организованных Российским военно-историческим обществом благодаря нацпроекту «Культура». Смены были организованы на базе одного из детских оздоровительных лагерей. На протяжении 14 дней ребята осваивали программу, которая содержала модули «Военная история России» и «Социальное проектирование». А еще курсы тематических направлений
направлений – защитники, хранители истории, медиа победы, волонтеры победы. Занятия по физической подготовке и, конечно, спорту. И учились дети работать в команде, преодолевать себя и проявлять лидерские качества. За время прохождения смены каждый школьник приобрел навыки самообороны, огневой подготовки, получил возможность познакомиться с азами прыжков с парашютом и многое другое. Рубрика «О главном» продолжит наш утренний эфир. За 2 года участия Ульяновской области в тематической программе национального проекта «Безопасные качественные дороги» удалось привести в порядок 14 мостов, еще 14 в плане на текущий, 2024. Уже готова переправа через реку Тамышовку, что в Новоспасском районе, остальные 13 объектов в процессе. В Сурском районе на мосту через Промзу рабочие демонтировали балки первого и третьего пролетов и приступили к следующему этапу. На данный же момент ведутся работы по устройству конуса первой и четвертой опоры. Задействованы на объекте 6 человек и 2 единицы техники. Работы ведутся согласно календарного графика. Продолжается ремонт моста через реку Тушенку. На переправе протяженностью 200 погонных метров сейчас рабочие монтируют пролетные балки. Эти балки были ранее демонтированы, отпесочены, отремонтированы. Сейчас возвращаем в проектное положение. На объекте задействовано 2 единицы техники и работают 7 человек. Полностью завершить реконструкцию необходимо до конца октября. Темп работ соответствует графику. Помимо реконструкции мостов и ремонта дорог, по плану национального проекта обновляется освещение вдоль проезжих частей. На этот год намечено обустроить 14 транзитных участков. В селе Поповка Чердаклинского района установят 36 энергосберегающих светильников разной мощности. Более интенсивный свет появится у пешеходных переходов. По словам рабочих, эти фонари зарекомендовали себя. За несколько лет ремонт или замена не потребовались. В данный момент мы ведем работу по монтажу СИП на подвесные кронштейны на опорах. Работают 6 человек и 2 единицы техники. Работы ведутся согласно календарному графику. Это энергосберегающий светильник. Он 75 ватт. На этом объекте будут установлены 36 светильников разной мощности на пешеходных переходах будут более мощные, 100-ваттные, а 75 ватт будут установлены на опорах вдоль дорог. Светлее, а значит безопаснее, станет автодорога в селе Сара Сурского района. Здесь вдоль проезжей части появятся 52 новые опоры, на которых в скором времени смонтируют новые светильники. На объекте работают 2 единицы техники и 4 члена бригады. Работы ведут согласно установленного графика. На данном этапе строительства подготавливаются котлованы для установки опор линии освещения электропередач. Обновленные дороги, качественное освещение, укрепление переправ – все это необходимо, чтобы достигнуть главной цели – свести количество ДТП к минимуму, а также снизить тяжесть их последствий. На скорости 60 км в час даже на сухой дороге расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее! Надежные кроссоверы Jetta с немецким сердцем в Матом на Октябрьской 51 от 2 263 тысяч рублей. Телефон 27 11 77. Партнер прогноза погоды – комплекс вилл «Империал Вилладж». По данным сайта Гесметео, 12 августа в Ульяновске малооблачно, небольшой дождь. Температура воздуха по области ночью плюс 13, плюс 17 градусов, днем от плюс 19 до плюс 23. В городе температура воздуха ночью от 14 до 16 градусов со знаком плюс, днем 20-22 градуса выше 0. Ветер западный 9-11 метров в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров ртутного столба.
Вы смотрите «Утро с репортером». В студии для вас работает Екатерина Терещенко. И Владимир Гаврилов. Мы продолжаем. Лето вышло на финишную прямую. Сезон отпусков, но сезон отпусков все-таки продолжается. Если вы еще не решили, куда отправиться, отдыхать или путешествие в этом году в планы ваши не входит, то наша рубрика «Как никогда кстати». Мы предлагаем отправиться в вояж, не вставая с диванов. Такое уникальное и необычное путешествие по родному краю стало возможным благодаря проекту наших друзей и отделу природы Ульяновского краеведческого музея. Это новый взгляд с высоты птичьего полета на уникальные природные объекты Ульяновской области. Очередной выпуск научно-популярного подкаста «В пролете» прямо сейчас. Акшуатский дендропарк расположен на окраине села Акшуат Барышского района Ульяновской области. Первые посадки в нем были произведены местным помещиком Николаем Поливановым в 1848 году. До революции парк был одним из образцов садово-парковой культуры, а сегодня может служить памятником лесоразведению и интродукции деревьев и кустарников в Симбирской губернии. В 1976 году Акшуатский дендропарк на площади 63 гектара был отнесен к региональным памятникам природы и подлежит государственной охране. Дендропарк условно делится рекой-санаторкой на две части – верхний и нижний парк. В верхнем парке сегодня продолжает работу спортивный лагерь «Сокол», который был построен еще до Великой Отечественной войны для детей работников текстильных фабрик района. В нижнем парке с 1928 года располагался пионерский лагерь, которому позже было присвоено имя Героя Советского Союза Евгения Молчанова. В 80-х годах 19-го столетия Владимир Поливанов занялся лесоразведением и заложил в Колке на территории верхнего парка питомник, где разводил породы, завезенные со всего мира. Поводом для начала лесоразведения послужило передувание легких почв с оголенных площадей после вырубки леса на доброкачественные пахотные земли и пагубное влияние этого явления. Все другие предпринятые в то время дорогостоящие меры по борьбе с передуванием песков себя не оправдывали, и более эффективным и дешевым способом оказалось облесение пустырей сосной обыкновенной. Свой опыт Поливанов обобщил в книге «25-летие акшуатского лесоразведения в Симбирской губернии» 1883-1908 годов. В настоящее время в парке Дендрарии произрастает более 70 видов древесно-кустарниковых пород, в том числе экзоты из различных климатических зон Западной Европы, Северной Америки, Сибири, восточных и южных стран. Здесь насчитывается 19 хвойных пород – сосна обыкновенная, горная, длиннохвойная и веймутова, кедр сибирский, ель обыкновенная, канадская, голубая, сибирская и энгельман, пихта европейская и сибирская, лиственница европейская, сибирская, даурская и сукачева, лжецуга, туя западная и складчатая. Древесно-кустарниковые представлены более полусотни видов. Клен американский, тополь бальзамический и сероватый, ясень американский, магония подволистная, ирга многоцветковая, можжевельник обыкновенный и казацкий, жасмин садовый, яблоня ягодная, несколько видов спирей и другие. Летом 2013 года на территории Акшуатского дендропарка при поддержке Русского географического общества была открыта эколого-краеведческая тропа в гостях у Поливанова. В ее маршрут были включены особо привлекательные исторические и природные объекты парка. Место, где располагались дом Поливановых, пруд с беседкой, музей, оранжерея, существующие еловые, кедровые, лиственные, березовые и липовые аллеи, родник, река-санаторка, объекты животного и растительного мира. Каждую информационную площадку украшают зеленые стражники, охраняющие своими щитами растительность и обитателей парка. Для благоустройства территории тропы построены въездные ворота в парк, воссоздающие элемент кирпичной кладки времен Поливановых, сруб родника на берегу реки Санаторка, мосты. Несомненно, дендропарк помог селу Акшуат получить статус «Самая красивая деревня Ульяновской области 2016» и вступить в ассоциацию «Самые красивые деревни России». А теперь пришла пора поговорить о современных трендах. О лайфхаках и о полезных вещах. Ежедневно нам в этом помогают эксперты нашей традиционной рубрики «Стиль». Очередной выпуск которой предлагаю посмотреть прямо сейчас.
При выборе плинтусов стоит обратить внимание на два основных аспекта. Это его форма и это его высота. И сначала давайте поговорим про высоту. Здесь есть один небольшой секрет, как не сплющить вашу комнату и не сделать ее визуально меньше. Дизайнеры рассчитали, что для комнат с небольшой высотой потолка, то есть до 2,5 метров, подходят плинтуса высотой до 8 сантиметров, то есть 5-7 оптимально. Если же вы обладатель потолка 2,70, то уже можете в свой интерьер поставить плинтус до 120 мм. Это где-то 80, 90, 100 – нормальная стандартная высота плинтуса. И, конечно, если вы обладатель высокого потолка более 2,70, то тогда вы уже можете в свой интерьер поставить более высокий плинтус, то есть от 120 мм и выше. Обычно 120 вполне себе достаточно. Если вдруг вы в свой интерьер поставите плинтус выше, у которого значение больше, которое я вам только что назвала, то ваша комната будет казаться сплющенной. Вы таким образом за счет плинтуса можете съесть визуально высоту вашей комнаты, чего делать не стоит. Ну и, конечно, нужно сказать о форме плинтуса. Если вы предпочитаете классический интерьер, то да, вы можете выбрать плинтус с какими-то закруглениями или декоративными элементами. Во всех остальных случаях выбирайте минималистичные плинтуса. Классической историей является вот такой вот прямоугольный плинтус. Здесь есть один нюанс. Полочка, которая у нас образуется сверху, накапливает пыль. Такой плинтус будет сложнее убирать. А вот немного закругленная модель избавит вас от большого количества уборки. Когда вы делаете ремонт, перед вами в определенный момент времени встает вопрос, который, поверьте мне, мучает абсолютно всех. В цвет чего делать плинтуса? Дизайнеры нам рекомендуют три варианта, как мы можем сделать плинтуса. Это первое в цвет пола, второе в цвет стен и третье в цвет дверных коробок. Скажу вам сразу, что плинтус в цвет пола, ну, постепенно отходит на второй и третий план в трендах дизайна интерьера, и сейчас это уже не очень актуально, потому что, во-первых, подобрать идеальное сочетание оттенка пола и оттенка плинтуса достаточно сложно, и такой вариант оформления вашего дома сужает высоту вашего потолка и делает его немного ниже, чем он есть на самом деле визуально. Если вы хотите увеличить пространство в вашей квартире и добавить больше воздуха в интерьер, то тогда вам следует выбрать плинтус под покраску или в цвет стен. Действительно, это нам позволяет визуально увеличить высоту потолка. Но при этом стоит понимать, что ваши стены должны быть базового однотонного цвета, любого оттенка, который вы выберете. И здесь мы располагаем либо обоями, либо, соответственно, красками. Мы либо можем установить МДФ плинтуса того же оттенка, которого у вас уже выбраны обои, или, соответственно, выбрать плинтуса под покраску и установить их до покраски стен, чтобы в финале выкрасить единым цветом и единой толщиной покрытия и саму стену, и сам плинтус. С этими советами ваш интерьер точно будет в тренде. Доброе утро, и мы продолжаем это утро уже с нашими гостями. Но для начала скажу, российская делегация, в составе которой была и наша землячка, вернулась из Северной Кореи. А все почему? Да потому что там прошла первая смена российско-корейской дружбы. Предлагаю об этом и поговорить. Тем более этим утром у нас в гостях Мария Урывалкина, ученица 8 класса губернаторского лицея номер 101 имени Латышева. Также она является членом клуба интернациональной дружбы «Интер-ЕС». И Любовь Александровна Савельева, руководитель ассоциации клубов интернациональной дружбы, заместитель директора по научно-методической работе, учитель английского языка, ну, соответственно, губернаторского лицея номер 101. Доброе утро. Доброе утро, Мария. Мария уже во всех заголовках газет, я посмотрела, есть прям на разрыв медиапространства, потому что все хотят узнать, как это было. Мне там очень понравилось.
Сначала мы приземлились в Пхеньяне и немного изучили город. Мы заселились в хороший отель, посмотрели различные достопримечательности, монумент освобождения, сходили в аквапарк, познакомились вообще со всеми ребятами. А потом мы уже поехали в город Вонсан, в сам лагерь Сандавона, и провели там превосходнейшие 10 дней. Мы очень хорошо там повеселились, познакомились с корейскими ребятами, провели День России, День Кореи, представили свою культуру, посмотрели на культуру Кореи. В общем, насыщенно. Да, очень все было насыщенно, мне все очень понравилось там. Ну, давайте начнем с того, что это было за мероприятие, как мы туда попали. Ну, вы знаете, что в июне наш президент Владимир Владимирович посетил Северную Корею, встретился с их лидером, и также делегации из лидеров крупных молодежных организаций России тоже посетила эту страну, и вот по результатам двух этих встреч, поездок, было заключено соглашение о сотрудничестве и об возобновлении такого детского обмена школьного. И было принято решение о проведении первой за последние вот несколько лет, после пандемийной особенно время, такой российско-корейской смены с детьми из России. Нужно сказать, что вообще делегация состояла из 250 человек. Часть детей набирала движение первых по конкурсу, 50 детей с ними поехали. И часть детей набирали вот Национальный совет детских молодежных объединений России. Вот так как мы, как Ассоциация клубов интернациональной дружбы, давно с ними являемся партнерами, такая самая крупная ассоциация всех молодежных объединений России, вот, и мы подключились к набору ребят, 5 детей от Ульяновской области, вот в состав этой группы из 30 человек вошла. Нужно сказать, что они еще Владивосток до этого посетили, потому что вылет был из Владивостока в Пхеньян. А так еще и географию России расширили, посетили интересные тоже там места. И вот как Ассоциация клубов национальной дружбы мы, конечно, содействуем межкультурному диалогу, налаживаем связи дружеские с разными странами. Мы не могли остаться в стране, потому что только в Ульяновской области есть такая ассоциация и такие клубы во всех школах, в том числе вот в нашем губернаторском лицее. Вот к слову о диалоге с корейской молодежью. Как общались? Как вот этот языковой барьер прошел? Вообще в Корее в школе они учат русский язык. Я даже очень удивилась. Они, например, вот старшеклассники, они учат его примерно 3-4 года, но разговаривают очень хорошо по-русски. Прям вообще не было с этим проблем. И также они хорошо понимают английский, поэтому мы довольно легко с ними общались, не было проблем. На русско-английском вы? Да. Ну а как отбирались ребята? Почему именно эта пятерка? Ну, у нас был первый критерий, что это должен быть член клуба интернациональной дружбы школьного, активный, который уже интересуется в том числе и Северной Кореей. Вот он, в частности, Маша, например, она уже давно занимается таким востоковедением у нас в клубе. И, конечно же, умение говорить, презентовать Россию, самое главное. Ну и вот мы с руководителем клуба городской гимназии Димитровграда поработали, отобрали этих ребят, которые согласились провести вот эти 10 потрясающих дней. Ну и нужно сказать, что это очень официальная поездка. Одно дело, когда ты едешь сам, а другое дело, когда ты едешь в составе делегации и представляешь страну. Мы, конечно, их снабдили буклетами о нашей ассоциации, о клубах, о лицеях, сувенирами. И они достойно представили, очень хорошие отзывы о делегации, о наших ребятах. Ну, вообще колоссальная ответственность. Мало того, что действительно нужно представить страну, нужно представить регион, так еще и нужно вот не заплутать в Англии, в корейском. Что еще было интересного? Я понимаю, что это был не просто и не только, и не столько отдых. Все-таки действительно там была работа, несмотря на юный. А работы, я имею в виду, обменивались какими-то интересными практиками, опытом. Да. На самом деле мы там довольно много отдыхали. Я бы сказала, что это был скорее отдых. А работа это так было, в дополнение. Мы посетили зоопарк, посетили океанариум, ботанический сад. Мы много что увидели там. И, ну, с людьми тоже мы познакомились. Это было довольно необычно разговаривать с совсем другой нацией, отличными от нас.
Что касается, например, образования школьного, что-то увидели, какие-то параллели или совершенно разные, все учите, учим, изучаем? Или про школу не разговаривали, раз уж отдыхали? Ну, мы разговаривали про школу, дети там пионеры, они ходят в красных галстучках обычно, у них очень красивая такая школьная форма, у них 12 классов образования и 3 школы, средняя, младшая и старшая. Ну, в этом они схожи, с нами. Да. Ну, то есть там как 3 разных здания. Они очень удивились, когда узнали, что у нас все возраста, все 11 классов учатся в одной школе. Вот нас тоже удивило, что они учатся в разных. То есть под каждый блок, например, младший класс, это своя целая школа. Да, да. Вот так. Ну, может быть, это и хорошо, а может быть, нет. Ну, мне просто сложно. Привык, правда, в школе, когда учились, все, пример можно со старших брать. Ну да, потому что... Или чему-то плохому у них научиться. Детский сад, это вот всегда были маленькие. А потом приходишь в школу, и там видишь старшеклассников, Ну, мы тоже стремимся. Например, у нас в лицее одно крыло – это начальная школа, другое – старшее, среднее. Это, в принципе, с педагогической точки зрения правильно, как вы говорите, да, чтобы их не смешивать. Но я хочу дополнить Машу. Она говорит, что в основном был отдых. На самом деле, для детей, конечно, это воспринималось так, а смена была построена, чтобы они не поняли, что они работают. На самом деле это такая общественная дипломатия. Даже когда ты посещаешь в другой стране зоопарк, какие-то другие учреждения, ты видишь на инфраструктуру, ты видишь, как, насколько развита эта страна. И с этой точки зрения Северная Корея, они, конечно, хорошо приняли нашу делегацию, показали. И многие ребята, вот, кто ездили, они прям в своих отзывах пишут, что были все стереотипы преодолены об этой стране, в том числе и о наших российских школьниках. Ну, вообще у них и не было особых стереотипов у северных вот, корейских детей. Но у наших ребят прям изменилось отношение полностью. Начиная от инфраструктуры в Пхеньяне, насколько там все развито на данный момент, и заканчивая вот вообще этой сменой. Практически как в нашем Артеке этот лагерь международный. Очень хорошие условия. То есть вот этот вот стереотип, что Северная Корея закрытая страна... Нелюдимая, необщительная. Оказалось, все не так. Да, там на самом деле все не так. Там есть электричество, там у людей есть телефоны, они спокойно веселятся, улыбаются, могут ходить по улице. Там. Ну, наверное, это действительно важно, разбить такие стереотипы, да, чтобы понимание приходило. Я просто как мама детей, которые сидят в социальных сетях, и им попадаются действительно вот эти вот шорты, да, где есть вот такие стереотипы, насколько закрыто, угнетенно общество там, и такая серость полнейшая. И действительно, мои, например, дети вполне себе могут иметь представление именно так, такое, где якобы и нет электричества, и все военизированно ходят по улице только маршем. Ну, когда на самом деле объявили о наборе в июле, то многие родители как раз с опаской относились, как я отправлю своего ребенка, возвратится ли он вообще оттуда и так далее. Но на самом деле все прошло хорошо, и в будущем будет много таких смен, и мы рекомендуем, конечно, ребятам воспользоваться такой возможностью. А, кстати, обратные визиты запланированы? Я думаю, что да, да, конечно. Они так и объявляют. То есть такой кросс-культурный обмен будет, естественно. И вообще уже они приезжали к нам. Ну, про закрытую страну я хочу сказать, что действительно поездки организуются только в составе групп. В каждой группе там прикрепляется сразу переводчик, сопровождающий. И вот не в составе группы практически невозможно попасть. Индивидуальные визы не выдаются. Поэтому вот попасть в такой лагерь, это очень хорошая возможность изучить эту страну. Здорово. А вот Любовь Александровна сказала, что ты, так скажем, восточное направление выбрал. Почему? Чем так зацепило? Не знаю. Мне очень нравится природа Азии, их культура, как они общаются друг с другом, какая у них еда. Хоть она и острая, но для меня это очень вкусно. Я бы очень хотела попутешествовать по Азии, изучить. И другие страны тоже. Не знаю, вот мне прям сердце попало. Ну, то есть не только Корея, там и Вьетнам, и да, Таиланд. Да, я бы вот очень хотела все посетить. Мы в этом году, кстати, ездили в Гонконг на конференцию тоже с членом Ассоциации клубов интернациональной дружбы. Осенью планируется участие в Мумбаи в проекте волонтерском. На следующий год будем надеяться, что удастся съездить в Бразилию с саммитом молодежным. То есть у Ассоциации такие далеко идущие планы, в общем-то. И вот такие поездки, они очень обогащают и
сподвигают детей изучать такие вот межкультурные особенности. Но самое-то главное, любой ребенок может стать членом клуба интернациональной дружбы. Да, да. Как это сделать, куда обратиться, куда ребенка, может быть, привести за руку? Ну, на самом деле, у нас сейчас в 60 практически клубах, школах есть такие клубы, и каждый год мы проводим конкурс региональный, он называется «Календарь дружбы». У нас есть платформа коммуникационная ВКонтакте, прям можно забить в любой поисковой системе и выдаст вам ассоциации клубов национальной дружбы. Можно вступить, можно открыть. Если в твоей школе нет такого клуба, можно открыть такой клуб, вступить в нашу ассоциацию. Мы полностью снабдим всеми программами, планами, и в течение года можно в совместных мероприятиях принимать участие. Но это в школе получается как внеурочная деятельность? Да. Да, да, это программа внеурочной деятельности, у нас она единая, мы по ней все работаем, поэтому обратитесь сначала к учителям, к заместителям директоров, спросите, есть ли в вашей школе такой клуб, если нет, то мы приглашаем открыть такой клуб в своей школе. Ну а сейчас, Мария, будет ли выступать, может быть, перед одноклассниками, или перед ней теперь задача написать какое-то эссе по итогам поездки? Сейчас вот да. Что, как-то это будет передаваться? Конечно, конечно, у нас будет серия просветительских, и не только Маша, но и все ребята, которые ездили из других школ, и в том числе из городской гимназии Димитровграда. Они будут проводить такие просветительские мероприятия в рамках своих клубов. Это одна из таких видов деятельности, которые очень у нас распространены. Вот, конечно, проведение классных часов в своем классе, это, разумеется, рассказать. Тем более у нас есть лингвистические, например, классы, направление, предпрофиль. Ребятам тоже будет интересно узнать. Ну и я надеюсь, что английский тоже была возможность попрактиковать в поездке, да? Да. Маш, ну времени-то хватит. Тут еще школа не началась, а уже планы выписывают. И уроки, и классные часы. Учиться-то будет время? Надеюсь, что будет. На самом деле Маша у нас в этом году была победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. И прям такую топ в рейтинге занимает самую первую строчку. Я надеюсь, что в этом году ей удастся также удержать эти позиции. Молодец. Ну что, очень вами гордимся. Очень было интересно вас слушать. Еще раз с возвращением. И я думаю, что ребятам будет полезна ваша поездка. Но работы предстоит теперь много. Просветительской. Спасибо большое за интересный разговор. Телезрителям напомню, что этим утром у нас в гостях были Мария Урывалкина, ученица 8 класса губернаторского лицея номер 101 имени Латышева, член клуба интернациональной дружбы «Интер-ЕС», и Любовь Александровна Савельева, руководитель Ассоциации клубов интернациональной дружбы, заместитель директора по научно-методической работе, учитель английского языка. Ну, а мы двигаемся дальше. Работа в Москве поварами-блинопеками сети ресторанов «Теремок». Достойный заработок и выгодные условия труда вахтовым методом. В нашей школе блинопечения даже не умеющий готовить станет гуру приготовления настоящих блинов и исконно русских блюд. 8 800 333 31 20. Надежные кроссоверы Jetta с немецким сердцем в Матом на Октябрьской 51. От 2 263 тысяч рублей. Телефон 27 11 77. Два часа утреннего эфира пролетели. Но какими же насыщенными они получились. Так что, если вы вдруг только что проснулись и пропустили очередной выпуск программы, отправляйтесь на сайт www.reporter73.tv. Где, кроме «Утра с репортером», можно посмотреть все программы нашего телеканала. А теперь к праздникам. Сегодня, 12 августа, отмечаем День военно-воздушных сил России. Этот праздник установлен в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач по обеспечению обороны и безопасности государств. Еще сегодня Международный день молодежи. А еще День физкультурника. День встреченного рассвета. День боулинга. И Всемирный день слонов. А еще День персонального компьютера. День виниловой пластинки. И День Жульена, наконец. В общем, понедельник выдался богат на праздники. Я думаю, каждый может что-то выбрать. И при этом, если вдруг о каком-то празднике мы сказать забыли, не стесняйтесь, звоните по номеру телефона утренней редакции 30 50 73. А нашу программу, вне зависимости от дня недели, украшает композиция от партнера программы студии флористики «Нимфа-73». На этом будем прощаться. Для вас сегодня работала Екатерина Терещенко и Владимир Гаврилов. Хорошего вам дня. Пока-пока, до завтра.